Совсем недавно в Чебоксарах завершился детский конкурс фестиваля «Жемчужинки Чувашии». Ему на смену пришли новые национальные достояния и созвездия талантов. В качестве жюри «Наши края» уже шестой год подряд посещает известный детский композитор Александр Ермолов. Как оценил он детский талант из Чувашии в нашем следующем сюжете. Александр Ермолов – частый гость нашего региона и 17-й школы. Здесь уже по традиции проходит его фестиваль «Национальное достояние», с которым он объехал множество городов не только России, но и стран-соседей. Однако участников из Чувашии всегда отличал особый талант, отметил композитор. То есть исполнители разные. Кто-то, конечно, приезжает не по одному разу, а несколько раз приезжает на конкурсы. Но есть и новые исполнители. Вот. Но уровень как был высокий, так и остается. Здесь конкурс отличается от всех других какой-то такой своей позитивной энергетикой. Традиционно очень хорошей и слаженной организацией, ну и высоким уровнем участников. Александр Ермолов не только организует фестиваль, но и проводит мастер-классы для детей. Это возможность получить профессиональные советы для дальнейшей музыкальной карьеры. Мы радуемся тому, что дети могут пообщаться с такими людьми, которые пишут именно современные российские песни. И такое общение, оно, в общем-то, позволяет детям всегда быть в культуре, в массовых мероприятиях, чтобы и наши дети, и Чуваши, и Чебоксар попали на «Голос России». Я думаю, это только во благо всего нашего детства. Александр приезжает в 17-ю школу и для совместных концертов. В этот раз композитор и юные талантливые чебоксарцы представили на сцене учебного заведения музыкальную фантазию «Давайте верить в чудеса». Музыку к представлению написал сам Александр Ермолов, а воплотили на сцене учителя и ученики школы. Юные участники нынешнего конкурса фестиваля могли попробовать себя в хореографии, театре мод, вокале, художественном слове и во многих других номинациях. Поэтому с уверенностью можно сказать, что фестиваль-конкурс «Национальное достояние» и «Созвездие талантов» открывает путь на сцену всем юным талантам республики, независимо от их интересов.